Российские разработчики компьютерных игр нацелились на Китай. Наших предпринимателей привлекает потенциал Поднебесной. Там 664 миллиона геймеров, больше, чем где-либо. Но чтобы попасть на этот рынок, необходимо преодолеть китайскую цензуру, а это пока непросто. И в целом восточный разворот России, хоть и сулит большие прибыли, но сейчас сталкивается с большими препятствиями. Что нам может принести торговая дружба с Китаем и почему прорыва до сих пор не случилось, выяснял Виталий Поляков. Он в студии. Виталий, привет. В Поднебесной наших предпринимателей, они-то вообще ждут? Оля, привет. Ну, ждут, конечно, ждут, но в первую очередь, чтобы заработать самим. Там хоть у власти и партия коммунистическая, но все-таки экономика развивается по законам капиталистическим. И главный торговый партнер Китая – это, конечно же, США, а вовсе не Россия. Да и наша страна хоть и декларирует стратегическое партнерство с Поднебесной, но наибольший торговый объем по итогам 2022 года у нас с Европой, несмотря ни на что. Но тенденция очевидна. Сотрудничество с Китаем будет расти. Мы уже видим на наших улицах засилье китайских машин. Поднебесная стала главным поставщиком автомобилей в Россию по итогам прошлого года. Очевидно, и монополия на рынке гаджетов, бытовой техники, телекоммуникационного оборудования. Xiaomi и Huawei уже лидеры продаж. В ответ мы можем предложить ресурсы. Нефть и газ в первую очередь. Интересно нашим соседям и сельхозпродукция. В последние месяцы растут объемы отгрузки зерна. Впервые в этом году на экспорт в Китай отправлены семена льна. Наблюдается повышенный интерес к экспорту рапсового масла. Хозяйствующие субъекты планируют также экспортировать в Китай гречиху, семена подсолнечника, горох, рапсовые и подсолнечные шроты, люцерну и другую продукцию. Одна из главных проблем торговли с Китаем – это логистика. Пропуск нефти и газопроводов ограничен. Стороны договорились построить новую магистраль «Сила Сибири-2», но это перспектива не одного года. Перевозки по морю затруднены санкциями, загружены и автомобильные коридоры, и железнодорожные. Нужно строить новые ветки, но это не быстро. Так что товарооборот уже уперся в инфраструктуру. Красноярские лесопромышленники одними из первых это почувствовали. В прошлом году они смогли отгрузить в Китай меньше, чем в позапрошлом. Та же проблема у угольщиков. Они планируют доставлять свою продукцию через Енисей по Северному морскому пути. Красноярские металлурги также заинтересованы в китайском рынке. Норникель, например, увеличил поставки платины почти в 300 раз. Палладия 8,5 раз. Но пока глава компании рынком номер один считает западный. Все, что не будут брать наши традиционные партнеры, мы уже подготовили альтернативные логистические цепочки для поставки на рынки Юго-Восточной Азии и в другие страны мира. То есть мы не столкнемся с ситуацией, когда в связи с отказом от наших поставок со стороны наших европейских партнеров у нас не окажется рынка сбыта. Проблема в том, что с Европой России все-таки было выгоднее торговать. Например, Китай в прошлом году закупал нашу российскую нефть с дисконтом. Сибирское черное золото обходилось на 17% дешевле, чем саудовское. Та же история с газом. Там скидки доходят до 50%. И это при том, по информации западных СМИ, что Китай может перепродавать наши ресурсы в ту же Европу по рыночным ценам. В общем, наш сосед извлекает максимум, а Россия вынуждена принимать новые правила. Специалисты считают, что зависимость нашей страны от Китая будет расти. Мы попадаем в зависимость от фундаментально иной вселенной. Принятие решений китайцы работают только с китайцами. Мы для них во всех смыслах, в лучшем случае, очень неумные покупатели, с которыми они умудряются выкручивать руки, и ранее умудрялись выкручивать руки. Псевдоориентация на Китай – это величайшая геополитическая ошибка. В общем, разворот на восток – это уже свершившийся факт. Что из этого выйдет, посмотрим, конечно. Значимость Китая для нашей экономики очевидна. Ну а вот Россия для Поднебесной в экономическом плане далеко не на первом месте. На нашу страну приходится лишь 2% китайского импорта. Оля, на этом у меня все. Спасибо, это был Виталий Поляков. Говорил о перспективах и сложностях сотрудничества России и Китая. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в социальных сетях, заходите к нам в Телеграм или в группу во ВКонтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут и на нашем YouTube-канале.